Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, трешачок. В чем трешачок? Вам уже показывал сундучок, который есть хрустальный. Показывал пирата. Решил сегодня уже наконец-то по чуть-чуть начать докачивать ворожея до максималочки. Потестировать, что он может. Так, надо будет скин докачать. Сейчас заберем плюшечки, посмотрим, что по акциям, опять побегаем. Ну и посмотрим, что у нас будет. Сворожаем уже на максималке практически. Так, интересно посмотреть, что у нас на битве гильдий творится сегодня. 66, 56, 92, 71, 94. Супер. Мне это нравится. Так. Поехали, забираем плюшки. Это не все плюшки. Еще с хрустального будут плюшечки. Ну, в общем, вот как-то так. 5 миллионов кулаков, ребят. Это просто жесть. Посмотрите, сколько сундуков разных. 750, 375. На русском сервере и на китайке далеко пока до этого. Самое основное, что книг здесь очень мало. Мне нужны больше всего книги. Так, 265 книг у нас. Но это, конечно, трешачок. Не знаю, чем я сейчас буду качать его. Книги хоть где-то продают или нет. Тут продают третьи сундуки. Ну, просто печалька. Книг, но 600 книг — это ни о чем. Называется, захотел качнуть. Ну, придется в хрустальный смотреть еще. Так, окей, поехали. Вот посмотрите, 94 книги, просто нереально как-то. И все называется, качнули. Так, сейчас побежим по акциям, посмотрим, что там у нас еще есть. Просто нереально. Итемов дофига, вот книг вообще нет. Что хочешь, то и делай. Падали бы здесь книги. Но нифига, здесь книги не падают. Куча расходников кайфовых, конечно. Но они не особо уже актуальны. К сожалению. 30 книг, ребят. Мега удача. Супер. Еще плюс один сделали. Просто жесть. Так, окей. Так, у нас тут будут книги. И пятые сундучки плюс кристаллики. Ну, кристаллов, как видите, дофигища. 1200, 2400, плюс 3, плюс 6000. Нереально дофига. Так, ну окей. Что делать, что делать, что делать? Поехали немножко пирата потерзаем. Просто две карты третьих падает за 1200. Два бигфута. Ну, я, честно говоря, в шоке с этого пирата на английском сервере. Очень крутой пират. Так, окей. Уже забили опять сумку. Ну, у меня здесь некуда девать эти итемы. Так, окей, сейчас я возьму. Видите, не планировал я. Точнее, планировал, но не то. Сейчас посмотрим, чуть-чуть хрустальный заберем. Сколько там нам надо будет еще. Чтобы добить. И попробуем. Все-таки его прокачать.
рады, конечно, за хрусталку здесь. Вообще супер. Но я не знаю, вот я смотрю, есть ли смысл вот этих вот прокачек на тридцатку по одному герою. Может, проще брать и качать всех вместе, как я это делал раньше. Потому что на одного героя надо столько ресурсов, как видите, что у меня сейчас творится. 9 миллиардов, по-моему, надо опыта. То есть вы можете себе представить, сейчас вы увидите в книгах, сколько у меня книг уйдет. На эти все прокачки. Это нереально много. Зависло. Вот так вот, ребятушки, я мучаюсь изо дня в день. Всем бы так мучиться, да? Так, окей. Так, отлично, сейчас будет очередная порция. Но я надеюсь, на эти тоже хватит места. Так, отличненько. Как раз практически все забрали. Поехали. Let's go. Ну, у нас осталась большая, надо будет потом добить. Так, еще вот такие вот плюшки. Ну, в принципе, что тут хорошего? Сундучки. Ну и книги я уже получил наконец-то. Поехали. Сейчас посмотрим, что там осталось. Ну, камни, вот если нам не хватит, а мне кажется, нам их должно хватить, по идее, сейчас. Посмотрим. Смотрите, 103 книги уходят. Нам книг не знаю, сейчас если с сундуком не выпадет, будет очень печально. На 29-й где-то на половине мы остановимся. Вот 1000 книг это на один левел. Точнее, ну на 2. Даже на один все-таки. Смотрите, 116. Дальше по 300 камней. 123. Офигеть. Ха, не хватило чуть-чуть. Так, окей, поехали дальше. Есть у нас еще сумочки на запасе. Точнее, не сумочки. 200. 100. 200, 300. О, отлично. Ну, по идее, должно хватить. Но впритык, не знаю, сейчас посмотрим, что у нас получится. Еще 1000 у нас получилось. 44 сундуков, по-моему. Еще по кулаках. 37, еще далековато. Так, окей, поехали. В принципе, должно хватить, даже если по 300 будет. Ну, тут 131. Это жесть, ребят. 195 камней и 110 тысяч красных кристаллов. Итого, можете поздравить, у меня очередной герой 30-ка. Это у нас Варжей. Статки его. Просто жесть. Это капец, ребят. 49 тысяч атаки, почти 50.
Офигеть. Просто офигеть. Ну и жизни, конечно, у него тоже немало. Давайте посмотрим на его отхил ради интереса. Или сколько у него там жизни будет под доспехом. Ну что там, 1 000 000 с лишним, это 70%, то есть где-то 1 200 000, 1 300 000, точно так же, как в этой. Неплохо так. Очень даже неплохо. Хорошо. Ну давайте на кого-то попроще нападем. Если получится, конечно, но вряд ли у нас это получится. Смотрите, как его шатают с его жизнью. Бегает что-то чуть туда-сюда. Это, конечно, жесть. Так, окей. Поехали. Посмотрим, что там у нас есть. Разбить яйца. Отсюда можно получить плюшки. Пирамидка. Вот мы можем часто пооткрывать. Флиппин. Покер смеш. Ну давайте попробуем, побегаем по акциям, посмотрим, что у нас интересного есть. Рикси, Райан Хироу, Дед Дрейк, Малышник, Ромал Таника. Ничего себе. Покер матчер мы потом. Давайте флиппин запишем еще, посмотрим. В общем, вот так вот, второй герой, сделаю вам уже его тестик, это реально жесть, сколько надо ресурсов на то, чтобы его прокачать. Так, это, короче, долго будет, тоже ничего такого интересного нет. Поехали, пооткрываем еще плюшки. три книги всего лишь осталось. Жесть. 1300 сундуков, ребят. Что с ними делать, я даже не знаю. Пять штучек. Нифига себе. Вот это нам поперло. Так, плюс 200. Это тоже надо пооткрывать. О, ремочка еще одна. Две ремочки. Нифига себе. Ух ты, нифига себе дала ремок нам. Правда, мне они не особо нужны. А вот красные кристаллики нужны. Так, что у нас тут за гифты, за большой пак будут? Пусталька. Ну, такое себе. Ради этого чисто брать 17, 8. Не знаю. Не вижу смысла, в принципе, даже. В общем, вот так вот качнули мы наконец-то. Наконец-то. Следующего героя. Ну, а следующим, я думаю, качать... Скорее всего, буду качать Огника. Либо Фрейку. Наверное, скорее Фрейку. Правда, не знаю, какую. Какая разница, в принципе, какую. Та хороша. Либо Огника буду качать. Наверное, скорее всего, даже Огника буду качать, потому что он более, скажем так, актуален и востребован сейчас будет. Но, опять же, как видите, начинается с 38 книг, он заканчивается под 130. Для того, чтобы качнуть там ему плюс один лава. Ну, статы, как видите, в два раза еще выше 20-го. А от обычного героя в три раза больше прибавка. Стоит ли оно того? Ну, смотритель все равно шатает вашего героя. Вот так вот. Все, ждите теперь обзорчика. Постараюсь вам сегодня запилить. Сворожаем на максималке, что он может. Стоит, не стоит ли его качать? Ну, конечно, стоит качать, но тех ресурсов явно он не стоит. Все. Вот такие вот дела. Всем удачи. Пойду проходить битву гильдий. Всем пока.